Памятник воинам Великой Отечественной войны в Тепличном должен быть восстановлен. Правда, речь идет только о лике советского воина, который украшал прежний монумент. Усть-Абаканский суд удовлетворил иск районной прокуратуры. Напомним, памятник землякам, погибшим в 40-е годы, вечная память, был снесен перед 9 мая. На его месте начали возводить новый мемориал. При этом был разрушен столб с ликом советского воина. Местные жители называли его Алешенька. Столь кощунственное отношение к святыне возмутило жителей. Они обратились в Народный фронт. К делу подключился Следственный комитет и прокуратура. Глава сельсовета тогда заверила, что монумент лежит на складе, но он не подлежит реконструкции. В итоге суд постановил в течение года вернуть памятный объект на место. На обжалование есть месяц, и, как заявила Анна Мадисон, она непременно это сделает. К слову, новый мемориал до сих пор не достроен. На нем нет табличек с именами фронтовиков. Сквер не огорожен. Возможно, закончить его не дает тот момент, что распределялись финансовые средства не совсем законно. С этим сейчас также разбираются следственные органы.